На мой взгляд, вообще военный журналист – особая каста людей, и это действительно люди, которые знают, как себя вести в опасных ситуациях, да, естественно, человека, допустим, из Москвы, из Киева, из Минска вот так выхвати из обычной гражданской жизни и, как говорится, посади его в зону военных действий, естественно, человек растеряется и будет неадекватно действовать по мере опасности, поступающей ему. Поэтому, мне кажется, там в зоне военных действий должны быть только люди, которые заточены на это, которые профессиональны, умеют действовать и, конечно же, это, ну, определенная подстава. Я считаю, что руководство каналов должно думать, кого они туда посылают. Если они действительно дорожат здоровьем и жизнями своих подчиненных, они должны 100 раз подумать, прежде чем посылать людей за этими жаркими новостями.